Здравствуйте, уважаемые любители автомобилей. С вами Алексей Комзиков. И я хочу вам ответить на главный вопрос. Зачем покупать кабриолет? Вот наверняка многие задавались этим вопросом. Меня постоянно это спрашивают. Ну зачем ты купил? Ну нахрена тебе вторая машина? Ну зачем это вообще надо? Ну там девку что ли катать? Ну я не знаю, там в личной жизни проблему решить. Я говорю, нет, ребята, не из-за этого. А многие как раз думают, что вроде как я куплю кабриолет. Да я вообще пацан прям буду крутой. Да и все девки мои. Во, садись сюда, да-да, мы сейчас с тобой на заднем сиденье. Но нет, эта проблема не решает. На самом деле кабриолет покупает тоже для тех же целей, что и спортивный мотоцикл, то есть для удовольствия. Если вам нравится этот автомобиль, если вам нравится ездить с открытым верхом, чтобы вас обдувало свежим воздухом, тогда да. Тогда кабриолет — это автомобиль специально для вас. Это автомобиль чисто для эстетического удовольствия. Я его покупаю чисто для себя, чтобы самому ездить и наслаждаться ездой с открытым верхом. Точно так же, как и владелец любого мотоцикла, в том числе и спортбайка, покупать себе спортбайк, чтобы наслаждаться драйверскими ощущениями от езды. Вот для чего на самом деле нужен кабриолет. Но если вы хотите решить проблему в личной жизни, я настоятельно очень многим советую. Покупайте книги по психологии, изучайте женскую психологию, общайтесь больше с девушками, находите то, что вам интересно, чтобы и вам, и девушке было интересно. Занимайтесь, допустим, музыкой, найдите девушку из музыкальной сферы, из той, которая тоже увлекается музыкой. Там, сочиняйте стихи, я не знаю, там, или по работе какие-то у вас есть общие линии соприкосновения. Если у вас есть что-то общее, если вы знаете женскую психологию, то обязательно вы наладите свою личную жизнь. Это мой вам личный совет. Но никакая машина, никакой кабриолет никогда не решит проблем в личной жизни. Так что если вам нравится свежий воздух, открытая крыша, если вы просто любите такие автомобили, то покупайте их чисто для себя. Но если вам не нравятся такие машины и вы хотите их купить только для того, чтобы кого-то впечатлить, даже не надейтесь. Вы никого не впечатлите, вы только разочаруетесь. Поэтому покупайте то, что вам нравится, то, что вам вставляет, и то, что вы получаете удовольствие. Если вам нравится кабриолет, берите его. Нравится там, допустим, Porsche Cayenne, берите его. Нравится спортбайк, берите его. Но только берите для себя, для своего удовольствия. С вами был Алексей Комзиков. Если у вас какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вам действительно понравилось это видео. До новых встреч!